Ого! Ё-моё! Да ладно, заведена? Друзья, всем привет! В этом ролике мы разыграем игру BMG Drive. Что нужно сделать? Лайк, коммент, подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на своих экранах, напишите мне в Дискорде, в Телеграме, ВКонтакте и забирай свою игру BMG Drive. Всем успехов! Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение, сегодня играем BMG Drive, и у нас сегодня очень прикольное прохождение интересных карт с препятствиями. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем прохождение. Ну что, попытка номер один. Надеюсь, у меня получится. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Ой-ой-ой-ой-ой, сразу подскочили, отлично, проходим дальше. Так, это немножечко у нас не получилось. Давайте еще разок попробуем, потому что, ну, непонятно, что у нас там вышло. Хорошо, разогнаться надо. Так. Посмотрим, как наша машина будет разлетаться. Может взять машину с большими колесами, тогда получится. Ой, проскочил. Ух ты, сразу видно, что модовая машина, не так как стандартные от разработчика ведут себя. Но сейчас мы будем разные машины брать. И может быть такое, что мы даже проедем до конца. Летим, летим, отлично. Чпоньк, минус колесо, нет, колесо целое. Ой-ой-ой-ой-ой, это выгнуло. Ускоряем, еще ускоряемся, еще. Бум. Ух ты, вот это так, не получилось. Хорошо, давайте возьмем машину, которая все-таки имеет большие колеса, и есть шанс, что мы пройдем. Вот такая у нас машинка есть. Потом попробуем очень на большой скорости проехать. Это у нас сейчас пока медленно, а потом мы быстро. Чтоб не касаясь земли. Отлично. Отлично, проезжаю. Блин, я даже думал в какой-то момент, что у меня получится проехать. Хорошо, давайте сделаем небольшой разгончик. Так, где-то, мне кажется, надо отсюда начинать. Чинкс. Сохраняемся. Полетели. Ну что, ребята, напишите в комментариях, смогу ли я проехать или нет. О, уже, считайте, соточку лечу от первого места, где я был. Так, отлично. Летим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то пошло не так. Пролетаем. Пролетаем, это тоже все было продумано. Ой-ой-ой-ой, ух ты, я думал, кусок крыши вырвет. А, ну так и случилось. Минус крыло. Прощай, крыло. Отлично, карданы так прикольно сделаны. Вообще, игрушка очень круто сделана. Так что, ребята, заходите в ваш Дискорд. Хочется с нами пообщаться и записывать разные игры. Ссылочка в описании. Всегда рады видеть всех. Нас уже больше 31 тысячи человек. Хорошо, хорошо, не получилось. Давайте теперь возьмем очень быструю машину, которая прям будет лететь, что психичка. А, кстати, среди этих модификаций на джип есть драк. Вот, смотрите. Сейчас будет очень прикольно. Так что, смотрите до конца. В конце у нас будет автобус с ускорителями. Ого! Ё-моё! Да ладно, заведена? Вот это да, это что-то было неимоверно. На ней очень тяжело тронуться, она как-то встает на дыбы. О, смотрите, движок аж перекручивает. Летим 180! Бум! У нас еще одна есть непроходимая трасса. Сейчас мы будем ее тоже проходить. Сначала немножко здесь. Я надеюсь, что до конца хоть долечу какой-то машиной. Блин, а трасса длинная. Наверное, ни одной не пройду. Но автобус с ускорителями покажет хороший результат. Я на это надеюсь. Летим, летим. Ух ты. Хорошо. Давайте возьмем еще быстрее машину. У нас такая есть. У нее очень низкий бампер, надеюсь, это не сильно повредит и помешает тому, что мы будем проходить такие штучки торчащие. Надеюсь, на 200 километрах где-то войти. 170. Ой, блин, вообще было все продумано. Отлично, немножечко фара там, ну то скотчем, наверное, приклеить. Стрине, как всегда, отлично. Смотрите, вообще отличный результат показывает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Воу, вот это прикольно разлетается. Люблю игру за то, что здесь очень круто
сделано физические свойства машины. Чуть ли не в реальности. 200 км на спидометре мы летим. Время, время, как должно быть. Да, не получилось. Еще разок и возьмем еще быстрее машину. Так, назад сдаем. Прям, чтобы вообще быстро-быстро-быстро было. Так, надо что, 200 километров войти на эту трассу как-то. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. 185. Сразу все вылетело. Бензин потек, даже бак пробил. Отлично, летим. Летим, все было продумано до мелочей. Два колеса в одну сторону смотрят. Ну, все отлично. Бум. Эпически, эпически летим дальше. Не останавливаемся. Ух ты. Но, ой-ой-ой. Все, машина ремонту не подлежит. Так, ребята, сейчас у нас будет автобус с ускорителями. Чпоньк. Потому что у нас еще впереди одна трасса, которую тоже надо успеть пройти. Этот автобус очень мощный и очень быстрый. Включаем сразу ускорители и лупашим на всю. Для автобуса хорошо ускоряемся. Отлично, летим. Бум! О, мне кажется, этот автобус может пролететь. Если не зацепится ничем. А бросайте в обратную сторону пробовать пройти. Это вообще жесть. Так хоть как немножко как скольжение. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Если бы не ускоритель, я, конечно, бы не смог пройти никак. Неплохо, неплохо. Машина вся повреждена. Показывает, что бак, два колеса и двигатели повреждены полностью. Ну, в принципе, смотрите, я даже до конца доехал, и это очень хороший результат. Еще разок. Стоп, 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 автобус, не психуй. Давайте сделаем еще больше разгон и уже пойдем на другую трассу. А, кстати, вон есть трасса, которая идет в обратную сторону. Только сказал. На этой карте есть все. Так что, ребята, сейчас мы будем пробовать в обратную сторону проехать. Один разочек, а потом уже новая карта. Ну что, ускоритель, показывай, на что ты способен. Автобус называется Герой. Hero. Двигатель уже поврежден от того, что просто мощное ускорение дается ему бустерами. Бум, бум. Хорошо, хорошо, 160. Ой, прикольно, боковая крышка открылась для багажника. Ого, мы не касаемся земли, как я и сказал, когда большая скорость, не касаешься земли. Хорош, минус колесо, блин, это печально. Ух ты, вот это мнет все. 80 на спидометре. Неплохо, неплохо. Ускорители дают небольшой такой буст. Ой-ой-ой-ой-ой. Я уже без колес доехал. Это, короче, не автобус, а сани. Бум! Ускоритель, стоп. Ребят, вот так будет с автобусом, когда вы едете по каким-то кочкам. Ну что, давайте проедем в обратную сторону, как я и сказал. Против вот тех вот, которые торчат в другую сторону. Мне кажется, это будет намного жестче. Ого! Ого-го! 300 километров. Надо, это надо точно замедлять, чтобы наблюдать весь кайф. Бу! Вот это прикол! Я же не ожидал, что так будет. Офигеть, его смяло! Вот это жесть. Еще разок. Еще разок, мне понравилось. Ускоряемся. Летим со всей силы. Триста. Блин, я не попадаю немножко. А не, одной стороной попадаю. Чумс. Бум. Летим дальше, только уже не знаю, это уже не полет, это уже смертельный полет какой-то. Сейчас будет зацепляться прям жестко. Мне кажется, его сейчас так развернет сильно. Ой-ой-ой. Как я и сказал. Мне кажется, это уже на автобус даже не похоже. Чинг. Офигеть, смотрите, что от автобуса осталось. Ну что, давайте будем на следующую трассу.
У нас, короче, осталась еще такая трасса, где вот такие вот подъемы, и они все больше и больше и больше, и в конце у нас уже вот такие вот трамплины идут, стоящие. Давайте посмотрим, что с этого получится, и будем пытаться пройти. О, у нас еще на следующую серию все такая вот воронка, так что, ребята, сделаем интригу. Давайте ставим лайкосики, если набирается 1000 лайкосиков, мы будем проходить эту классную карту. Ну что, ребята, попытка номер один. Интересно, колеса останутся целые хоть? Сразу пробились. Вот это мясо. Вот это мясище. Вот это, мне кажется, я уже не проеду. Это прям очень жестко. Ну, мы попробуем. Кто не пробует, тот не пьет шампанское. Так, заезжаем. Сохраняемся здесь. И сейчас мы возьмем такую машинку, которая все-таки здесь шанс пройти. Давайте возьмем прям оффроуд, это моя, одна из любимых по бездорожью, которую мы, кстати, в той серии проходили разные прикольные карты. Да проверим, пробьются у нее колеса или нет. Пробили сразу колеса. Да что за карта такая? Острые какие-то шипы, что ли? Бум! Так, что-то пошло не так. Хорошо, давайте возьмем все-таки вот этого джипика. О, давайте прокачанную машинку, она очень быстрая. Ой, я срядил, что ли? О, полетели. Соточка. Сразу колеса пробиваются. А чё так-то? Ой-ой-ой. Модовые машины не так разлетаются, но колеса пробиваются одинаково. А, ну уже все. Оторвался кардан. Хорошо, давайте еще возьмем машинку. Давайте все-таки возьмем на больших колесах. И в этот раз мы можем смело брать драк. Потому что тут именно нужна большая скорость. Ой. Движочек даже задымился. Так сразу я резко дал. Сейчас мы задний ход сдадим. Как на ней ускориться, если она переворачивается? Отлично, отлично. Летим, летим, летим. Ой-ой-ой. Сделался корпус. Офигеть. Офигеть. Давайте еще разок. Кстати, вон нитро вижу, есть азот. Отлично. Блин, я обрадовался, что у нас получилось. Ух ты. Это пошло не так. Но ничего. Ничего, мы не отчаиваемся. Разгон такой себе, ни о чем. Давайте по этой стороне будем ехать. Отлично. Да чё колеса пробиваются сразу? Оно ж не острое вроде бы. Чё? Что за дерьмо? Давайте по правой стороне попробуем поехать. Так, это... А, это у нас была блокировка дифференциала. Летим, летим, летим. Аж 40 километров, 50. Смотрю, как колеса будут пробиваться. Вот эта сторона получше будет. Ой, отлично. Отлично. Все целое, машина полностью на ходу. Я даже не знаю, как пройти. Ну, мне кажется, здесь нужен автобус с ускорителями. Только это может мне помочь. Ну что, Hero, покажи, на что ты способен. Нам надо до конца долететь. Полетели. Ух ты! Ой-ой-ой! Ну, что первая попытка, что это, ничем не отличается. Ну, блин, я так хочу до конца доехать. Как до конца доехать нам? Давайте будем посерединке стараться ехать. Вот так, одним колесиком здесь. Двигатель отсоединился, вы видели? Вон двигатель. Это трындец какой-то. Ух ты, мне кажется, это, ребята, нереально пройти. Но мы будем пытаться. Давайте что-нибудь возьмем очень быстрое. О, надо брать с драк рейсинга. У нас есть вот среди этих машин драк рейс. О, это мощь, ребята. Она рвет, смотрите как. Давай, давай, давай. Ну, до конца дойти надо. Ну, как вы, машина, это можно сделать, а? На
на максимальную большую скорость. Во-во-во-во-во! Отлично! Нет, это с этого момента все пошло не так. Вот это жесть. Мне кажется, это вообще нереально карту пройти. О, какой мощь, смотрите. Что-то не обращал внимания, что у нас такие джипы есть. Вот это мощь по бездорожью. Надо какой-то ролик снять с бездорожьем. Отлично. Отлично. Это было все продумано, это тоже. Ай ты, блин, а. Еще разок, давайте по правой стороне. Все-таки, мне кажется, там больше шансов пройти нам. Ой, если чисто вообще одним колесом. Вот так вот между этими делать. О, отлично, ребята. Отлично, отлично, отлично. Ну блин. Ребята, если понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотри мои ролики еще.